Всем салют, я продолжаю играть в четвертый Far Cry. И в этой серии я, как говорил, буду делать дальше... Что, вот, задание Золотого Пути. Иду дальше по основной сюжетной линии. Кстати, мне самому стало просто внезапно интересно. Какой это будет квест? 26-й, значит, это будет 27-й из 32-х. То есть, как бы, еще, ну, далеко не финал, скажем так. Но уже близко, уже близко. Я, кстати, что еще хотел сказать? Забыл просто, иду и затупил. Зашел в магазин, потратил много денег, я говорил, что у меня полный кошелек. Я купил себе новую снайперскую винтовку, и я, в принципе, с ею, ну, доволен. Она такая прикольная, хорошая, нормально увеличивает там все дела. У меня большой магазин. Правда, я уже выстрелил 13 патронов, было вообще больше, и я как-то немного провтыкал с этим. Ну да ладно, забыл купить новое. Это не важно, окей. Идем тогда. Квест Золотого Пути, смотрим. Хадра. Привет. Или лучше Тарун Матара. Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабал и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. Днище, да. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матара это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Выбор за тобой. Золотой Путь прислушается к твоим словам. Но ты должен понять... Тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого Пути. А после падения Пейгана, правителем всего Кирата. Так а кто это Тарун Матар? Ясно. Я знаю, что делать. Спасибо. Я не знаю, что делать. Я сейчас должен выбрать сторону либо Сабала, либо Амиты, правильно? Вижу, да. Это тяжело. Это реально тяжело. Давай я попробую, я послушаю и того, потому что я не знаю. Хадра сказала, что ты хочешь уничтожить храм. Не просто уничтожить храм. Скорее, объяснить всем, что происходит. В Кирате наступил рассвет. Мы отбросили цепи прошлого. Без Тарун Матары Сабал предстанет в своем истинном обличии, обычным глупцом, сидящим на руинах. Хватай все ценное, потом продадим. Но что касается храма, ты должен уничтожить его. Тебе понятно? Баланс сил. Амита хочет уничтожить храм и захватить драгоценные реликвии, чтобы финансировать восстание. Это позволит Амите возглавить Золотой Путь после освобождения Кирата. Я отменю. И пойду послушаю Сабала. Блин, они, ну, Амита так убедительно говорит. В принципе, и Сабал, наверное, будет убедительно говорить. Сабал. Амита собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Хватит с меня. Не передать, как Джаленду важен для Кирата.
и для Махана. Он бы тобой гордился. Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Вот если честно, мне не понравилось то, что он сказал. Безбожная тварь. То есть означает, что, короче, верующие, ну, может быть, для этого региона это нормально, но меня вообще немного напрягает это. А дальше он сказал, тобой будут гордиться, там это нам важно. То есть он играет на моих чувствах, а значит, как бы у него нету там полноценных аргументов, и ему просто это надо, потому что он так хочет. И если посмотреть даже на прикид, на понимание вещей, что Амита, что Сабала, они оба довольно-таки категоричны и жестоки, скажем так. Но, как лично по мне, мне Сабал больше не нравится. Потому что как-то чуть-чуть, ну не те слова он подобрал лично для меня. Для... Субъективно я так считаю. Но тогда будем считать, что Кират, конечно, это одно из тех мест, где... Боже, зачем я начинаю философствовать? Вам оно реально надо? Кстати, покажу-ка я снайперскую винтовку. Смотри, вообще отдачи нету. То есть я где закончил стрелять, там он, там прицел остался. Крутая штука. Короче, суть в том, что да, я выбираю Амиту. Культурные войны. Мне надо в другую сторону, но тут есть вот чувачок, подожди. Куда мне надо? Ага, вот сюда. Тут есть чувачок, продавец, надо бы у него купить патроны. Потому что я на своей снайперской винтовке почти все уже расстрелял. Друг мой, у меня куча отличных товаров. Да. Спасибо. Все, побежали, поехали. Так, давай буду философствовать то, что я хотел сказать, то, что для Кирата, в принципе, вот там типа Индии, типа Китая, вот каких-то таких вот стран, где нанотехнологии и там конкретный прогресс не сильно их достиг, это в принципе хорошо, потому что им главная культура, они там чересчур верующие, и все это очень важно для них. Поэтому в таких странах, мне кажется, должна вот все-таки присутствовать какая-то такая жесткость. Аджай, прежде чем разрушить храм, нужно найти и захватить хранилище с золотом. Если что, солдаты Золотого Пути готовы тебе помочь. Люди надежные. Ага, учту. Ну, короче, подытожим. Будем развиваться в сторону технологии. Будем делать айфоны. А, то есть я еще мог выбрать, с вами или не с вами? What the fuck? Плохо получилось у меня? Или нормально? Ух ты! Блять, надо было самому идти. Да. Как? Я в него не попал? Ты серьезно? И в тебя я не попал? Что за бред? Так не бывает. Пошли! Да? Ну пошли. Да блять, почему ты в него не попадаешь? Кстати, тут еще сигнализация, будут подкрепления. Вот, блин. Он меня не заметил. Главное, чтобы меня пока что не заметили. Вот факт. Значит, сейчас будет подкрепление. Скорее всего. Где ты?
подкрепление уже. Уже. Окей. Блин, вот где? Фак. А вот сейчас бы мне не помешала эта херня. Оу! Закончено. Ага, значит он где-то снизу, да? Все, окей. Кто, где? А, еще один вертолет. Фак. Не попал? Блять, как? Вот, нормально. Да давай уже взрывайся. Там еще приехал корабль. Короче, закончили. Да. Все, теперь точно закончили. Ух ты ж, блядь, как вас тут много. Нет, рано кинул гранату. Я привлек их внимание. Блядь, она мне в руках взорвалась. Я вспомнил, как когда-то в детстве у меня в руках взорвалась петарда. Было такое дело. Блять, и сзади? О-о-о-о-о-о-о. Вот червячники попируют. Я не сильно парюсь, потому что мне все равно. Так он надо мной? Он надо мной. Патронами, кстати, надо. Спасибо. Так, что тут? Тут ничего интересного, да, походу? Кроме денег, да? Ага, это мои, это мои. Мы здесь. Открой ворота. А как? Открывай уже. А, ага, понял, все, сори, сори, тупанул. Подкрепление. Уже близко. Разложи порох по всему храму, а мы позаботимся о золоте. Я разорву тебя на части. У-у-у-у. Ага, теперь я должен залаживать бомбы, да? А, я не могу обойти это все дело. Ага, по идее как раз я так и должен сделать, да? Чисто. Хоть и промазал разочек. Хорошо. Ну так, более или менее. Ух ты, блядь, напугал меня. Сычка. И на втором этаже, да? Или на третьем даже? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Аджай, надеюсь, ты установил взрывчатку. Пора возвращаться на лодку, немедленно. Бегу. Амида со взрывчаткой разобрался. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда это все рванет.
работа объявлена. Мы готовы отпустить. Ждем только тебя. Все, погнали. А, теперь еще в лодке я должен решать, да? Буду. Прочность лодки. Зачем мне? Зачем мне прочность лодки? Ага. Логично. Блять, вот эта вот штука, она тут не... Ух ты, взорвалась. Так, так. Ну. Ага, вот там еще чувачки. Бля, так плохо видно. Ого, тут еще минометный обстрел. Похилься, похилься. Откуда вообще стреляли? Я так понимаю, это же он стрелял, наверное. А, это мои, это мои. Я так смотрю, ты как-то не сильно спешишь, да? Эй! Вот так вот. Культурная война закончена. Готова, Амита. Спасибо, Аджай. Сабал остался не у дела. И Бхадра свободна от этой чуши старун Матарой. У нас есть золото, чтобы выбраться из той задницы, в которую он нас загнал. Ох, в Кирате наступил рассвет. Ура! А, доступно задание дальше от Йоги и Реджи. А где оно? А где оно? Ага, оно в доме Гейлов, понятно. И дальше у Тамиты. Ну давай я пойду к Йоги с Реджи, наверное, сделаю квестик ихний. Хотя, ну, осталось 13 минут, может не успею. В принципе, у них никогда там не было таких длинных квестов. Так что я думаю, что успею, если там немного затянется, ничего страшного даже. Так, это я у себя дома. Надо зайти в магазинчик, купить, продать. А, в принципе, в основном купить. Продавать-то особо и нечего. Все, закончили. И пошли, 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 пошли. Не так. Все пошло не так. Может, нужно было дольше падать? Взять стол повыше? Ау. Он не сильно ушибся. Че? Нет, конечно, это пустяки. Да пошел ты, дебил! Да ладно. На, это тебя взбодрит. Затянись, друг. Это запертый в чулане. Да, с пылу с жару. Эксклюзивчик. Опять добавка. А можно на этот раз в руку? О, прости, но я всажу тебя пониже спины. Что, куда? Вот так? Стой! Да! Всажу тебе пониже спины. Всажу тебе. Аджай велел делиться. Шерпа, вот. Того чувака, который ходит, продает, его зовут Шерпа. Ну, типа так называют. Вот черт! Аджай, не спалите! У тебя есть крылья! Не выходим! А черт! Может, помашешь руками? Кто я и ради чего живу в этом мире? Боже. Ну как же... Классно, эта вот наркомания, она мне просто безумно нравится. Очень классно подобрана вот... Блядь, меня там рыба какая-то кусает. Атмосферная музыка очень классно подобрана музыка.
Я могу просто так вот постоять и слушать музыку и кайфовать. Все хорошо. Ага, я сюда не могу, там проволочка. А вот тут могу. Мне же надо куда-то сюда. Чем они меня накачали? Я был немножечко не там. Там плохие дядьки. У меня нету оружия. Вот мне нравится описание. Пропавшие вещи, похоже, пропали. Найдите их. Это просто самое лучшее описание из всех, что я когда-либо... Ты возле Пейгана, Мина. Это самое лучшее описание вот квеста, задания из всех, которые вообще можно придумать. Не надо так. Блин, как бы мне по-любому надо туда зайти, да, чтобы убить их. Ага, я понял. По-любому надо зайти и убить их. Понял. Прикол в том, что там тут лежит вот труп, значит, возле него будет оружие. Ага. То есть я беру оружие и сразу же их убиваю. Я понял. А вот и нарики мои. Могу ли я их быстрым убийством? Могу. Эй! Что опять? Я думаю, что лучше мне, конечно, с калашом ходить. Это оружие другое, не такое же, да? Подожди. Это я вообще где? Ух ты ж. У меня голова немного не понимает, кружится. Эй, подстава, подстава. Ну. Бля, я думал, я разобьюсь. Ох ты ж. Перемета какая! Пацаны! А чё вы танцуете на стенке? А как мне с вами на стенке танцевать? Конечно. Тут надо как-то включаться. Ага, ага. Ага. Ух ты, как неожиданно. И лететь аж на 1000 километров. Точнее, на 1000 метров. Бля, что это? Преграды на моем пути. А они все танцуют и танцуют, да? Блин, ну... Как же это по-наркомански, вот если честно? Воу! Ну это так круто! Я просто... Я реально, я в шоке. Мне безумно это как-то так все нравится.
его домик в ущелье. Все, приземлились. Надо зайти. Все. Вот он, герой дня! За эти фанфары тебе! Ты наш лучший подопытный кролик. Самый долгоиграющий. Это точно. И в благодарность за неоценимые услуги мы приготовили тебе специальный приз. Что, тоже ихний финальный квест, да? Трубку мира? Мира? Это твое неизменное мужество перед лицом непредсказуемых побочных эффектов. А также риска для жизни и целостности организма. Мы вручаем тебе золотую трубку Кирата. Золото фальшивое, прости. Но это высочайшая честь. Ага, да, спасибо, то есть. Зверь, да речи потерял. Еще бы, это хорошая трубка. Нам было приятно ставить на тебя опыты. Ладно, хватит помпы, у нас есть дело. Очень важное дело. Погнали? Да. Пока. Полетай или сдохни. И 90 штук мне дали за это. О, мне реально понравился этот квестик. Он такой был необычный. Они, как правило, они у них не сложные, но такие довольно интересные. Йоги Реджи, да, тоже мы закончили Йоги и Реджи. Осталось нам только доделать Шангрила. И взять аванпостик. Точнее, как он называется? Крепость Юмы, а потом Пейгана. Ну окей, я тогда тут заканчиваю, всем вам спасибо за просмотр, если вам понравилось, ставьте там лайки, комментируйте, подписывайтесь, все дела, все вы знаете. Увидимся тогда в следующей серии, и всем вам пока!